так, у папы завтрак, ну, точнее, ну да, завтрак 9:59, просто давно уже встали. Сейчас у папы завтрак. Я ему грею вчерашний кавардак и вот такой салатик. У нас больше нету помидорок, чуть-чуть вот такого вот масла авокадо и чуть-чуть вот такого вот уксуса. Здесь еще петрушка, ой, это кинза с укропчиком и базилик сушеный. И чуть-чуть уксика. Вот такой вот винный уксус. И получается вкусненько. Даже без помидорок. Так, и вот его порция. Кавардак. И Маша такой же завтрак себе решила устроить. Папа любит, когда много зелени. Не перевернула. Готово. Плотненький такой завтрак. Но нам ехать надолго, поэтому нужно хорошо покушать. И у Машеньки такой же. Так, смотри, сейчас запрыгни. Да, это она вчера так прыгнула к Леве, прям в тарелку, Маш. Прям подальше. Я не знаю, что ей тут нравится. Пахнет одними специями, по-моему. У меня уже завтрак такой, я встаю в 7 утра. Ага, да, папа, еще сметанка. Сейчас это все разбавит. Уйди, Вов, пожалуйста, я тут сторожу. Да садись уже быстрее. Нет. И чего толку, что ей влетело? Она все равно сейчас прыгнет. Кот делает вид, что играет. Да? И Милаша с ним делает вид, что играет, а сама уже мордой на стол. Вов, хлеб нужен? Да. Я же за котом вообще. Почему ему можно, а мне нельзя, скажи, да? Потому что у нас дискриминация. Коту вообще мы ему все можно. У нас... Мы, лично я в семье борюсь за демократию. Демократ. Обвесится флагами и бегает со своей демократией. Я больше все-таки республиканец. Но пока я гражданин России и не имею права. Ладно, приятного вам завтрака. А что, у меня холодный такой? Холодный? Mm-hmm. Давай еще подогрею. А, ну сейчас зелень будет беспонтово, не подожди, надо. Подожди, да будет то же самое, а не парни. Да, ну-ка покажи красоточка. Ага. А вот это посередине носится? А вот это вот так, да? Ты просто так одела, да? И здесь тоже. Боже мой, Лиза. Что за руки-ножницы? Как там Эдвард руки-ножницы? Обалдеть. Нравится, Кать? Да. А тебе, Лавруша? Да. Лавруша, вы на свои посмотрел. Мне тоже такое хочу. Ну, Лиза вам потом отдаст, да, Лиза? И тебе, да. Лиз, дети попросили чупа-чупсы, пожалуйста, купите. Девчонки поехали там. Да, чупа, не забудьте, Лиз, пожалуйста, они на кассе есть. Езжайте скорее. Хочу красный чупа-чупс. Лиза, красненькие ягодные, ладно? Они другие не едят. Лаврик фиолетовый хочет. Мама, скоро, скоро, через час. Пойдешь. Пока. Давайте быстрее там, что нам ехать надо. Друзья, вы только посмотрите, какая у нас жуткая погода. Жарко на улице, как всегда, мы с кондиционером едем. Но вот на улице вот такой вот страшный ливень. Да он его на видео не видно, что это страшно. Ну да, на видео, наверное, не видно. Просто единственное, я вам скажу так, вот сейчас сзади опять едет большой пикап, вон он, серый. Вот, эти идиоты ездят без фар, чтобы вы понимали, хотя по закону они обязаны включать, то есть прямо горят табло везде, что по закону включить ближний свет в случае дождя, это закон, прямо такие надписи везде горят. А вот посмотрите, вот едет, видите, 30% народу едет полностью без фар вообще. Это ладно еще в черте города, но нам сейчас ехать по, как называется, шоссе, ну или по этому... По хайвею? По хайвею, да. И там настолько, даже фуры умудряются ехать без фар. Конечно, если будут труперы, они их остановят, как бы. Да, никого не останавливают абсолютно. Процент 30 будет без фар ехать. Да, но я как бы удивлен, что... Никого не останавливают. Вот стоит, видите, вот 4 машины перекрестки, одна без фар. Не включены фары, хотя ровно вот туда, вон, вовнутрь посмотрел, вот, если зеркало заднее увидел. Процентов 20-30 точно без фар ездят. Да. Никто никого не останавливает, не надо. Очень зря, я бы за это наказывал очень жестко. Да.
Потому что реально людей не видно. Они умудряются ехать и создавать крайне опасную ситуацию. У нас наконец-таки наши речки-вонючки наполнились. Это да. А мы выехали с Лайком на очередную сдачу. Едем. Как тебе эта машина? Машина как машина, нормально. А мне очень нравится. Мне прям очень понравилось. Даже за столько поздравлений. Спасибо большое. Очень приятно. Да, спасибо большое за поздравления. Да. Вот. Вы, наверное, уже устали нас поздравлять, так что можете просто говорить, а, опять? Ну, ладно, вот так. А, нет, спасибо большое за поздравления. На самом деле, у кого будет прямой какой-то интерес важный на канале «Чё почём», можно посмотреть обзор подробный автомобиля, там я рассказываю, показываю внутри до каждой кнопочки. Это для тех, у кого, допустим, там жена смотрит про пирожки, а мужу будет интересно посмотреть, например, на автомобиле, вот на соседний канал. Обзор переходить. Этой машины Вова просто сделал. И да, я там подробно все рассказал, чё почём. Да, а вот и дождь, кстати, закончился, смотрите. Да. Как будто и не было, даже дорога пустая, смотри. Ой, да, он сейчас с фрагментами, а вот вам вдруг покажи в заднее стекло, зеркало заднего вида. А что в зеркало? А что сзади? Там, да, дождь. Пелена из дождя, да, и дождей. Мы из него выехали сейчас, получается. А здесь, смотрите, сколько. Вот сейчас нас будет догонять всю дорогу, потому что идет фронт туда, в ту сторону. Это, по сути, все, что нужно знать про Флориду летом. Летом не вот летом, так. А именно вот сейчас. Сезон такой, да, лето, это именно лето. Все лето так будет. Летом. Так ребят, что ураганчики. Все равно огромное количество людей едут, слава богу, во Флориду отдыхать. Нет, это правда. Ты был дома? Я не выходил домой. В кармане тогда смотри. А вообще, вы знаете, говорят, что во Флориде не... Вот мы как в России думали, и вообще в интернете такая информация, что сезон отдыхать во Флориде — это, конечно же, зима. Вот Новый год, Майами. Ну, знаете, мы вот три года, получается, здесь прожили, это вообще нифига не сезон. Вот три года подряд это адский дубак какой-то, в том числе и Майами. Оно гораздо южнее, чем вот мы жили в Палм-Харборе, даже чем мы сейчас живем. Но все равно мы жили вот год в Майами, там очень холодно зимой. Может быть, нам, конечно, так кажется, потому что мы уже избалованы вот этой вот жарой прям. Мы избалованы реально. Ни один флоридец, я вам скажу, не зайдет ни в океан, ни в наш, с нашей стороны Мексиканский залив зимой, ни один вообще, потому что реально холодно. А вот все, кто приезжает с других стран или с других штатов, они, конечно, им вроде как нормально. Ну и нам бы с России, если бы мы приехали, тоже было бы нормально, когда вот первый год. А сейчас мы, конечно, сильно избалованы. Поэтому сезон здесь... А, кстати, американцы сами сюда едут с других штатов в основном как раз летом, когда реально каникулы у детей, они летом сюда едут отдыхать. Потому что все тут местные знают, что не сезон, ну как бы это так. Дождь прошел, и опять солнце, опять все загорают. Поэтому вот так. I can hurt you like you hurt me too.
дождь. Вот такой вот дождь. И на дороге вообще ничего не видно. Движение сразу замедляется, все едут медленно. Многие просто аварийку включают на аварии, чтобы видно было, чтобы в него не въехали вообще. Многие просто на обочину съезжают, стоят с аварийкой, ждут, когда это закончится. То есть настолько стеной дождь, что вообще ничего не видно. Просто ничего. Я приехала домой уже. Yes. Ладно, все, давайте. Заезжаем в гараж с вами. Левика, груша стоит, мешает мне. Так, папа попозже приехал, заезжал в магазин. Что там папа купил? Давайте посмотрим. Ой, что это? Сначала одну, а завтра другую. А что это такое? Это слайм. Это слайм только. Да. Я хочу Пеппу. Типа кинетического песка. Давай, открой. А там два, да? Только, пожалуйста, не здесь, а у себя в комнате, ладно? Да, за стол идите к себе в комнату. Да. Милка не даст это все тут. Творчество Милка заниматься не даст. Тут. Что это? А, это ополаскиватель для рта взял, да? Это мороженое. Да ты что? Бананчики, видите, у меня бананчиков нету, я без них вообще не могу. У меня день начинается с банана и заканчивается бананом. Так, ой, вот это вкусное мороженое. Мы его уже брали? Там 12 штук вот таких. Так, а что? А это собаке лапы мыть, да? А? Собаке лапы мыть? Это мне лапы мыть. Тебе? Это по салфетке, да. Так. Вино. И вау, я уже думала, забыл. Мое просекко. Как же я без него? Что? Так, вот это просто вечер, когда мы с тобой уже там что-то там перекусили, сыр, например, что, при зубы почищены, просто... Ну да. А ты пользуешься, да, это, смотри, у нас была такая? Нет, она у девчонок, наверное. Нет. Нет, нет, это девчонки забрали, наверное. Так, ну и нашим хвостам. И котовские, да. Котейки моему консервы и Милочки. Давай я сложу все туда. Маш, а, ты такие же взял, что ли? Какие были? А, и другие нельзя. Подожди, или другие? А другие... Нет, а такие, которые были, один в один. Маш, здесь тоже надо давать на полманки, слышишь? Так, сейчас разберу консерв. Ну, вмеш... Мусор забыла, доченька. Мама, пожалуйста, отстань меня! На-на-на, давай. Давай, мой котик, давай, давай. Думала, не замечу, да? Я пыталась уехать. Дождь кончился, не получилось. Незаметно уйти не получилось. Пока. Пока. Зайцы, ну как вам песочек ваш этот? Ой, эти как они? Слайм, слайм, пластилин, как его назвать? Как песочек. Они смешали два цвета, и у них теперь одинаковые цвета. Смотрят своих блогеров. Левка, ты когда едешь? Не знаю, через 20 минут. Через 20 минут? Не опоздай. Левика, тренировка. У меня монтаж. Сух пришла. Ну не уходи, иди сюда. Иди, расскажи, как сходила. Хорошо, я сходила. Хорошо, снимай. Сходила, да, снимай. Лизу не снимаю. Лизок у нас тут пришла домой.
Блудная дочь вернулась. Я сейчас, я вообще одену все аутфиты, которые есть, чтобы я не парилась, потому что я понимаю, что шанса обратно потом приехать не будет, я просто все сразу положу туда. Лиза вообще собралась с чемоданом ехать на 3 дня. Небольшой пометочка. Ну, небольшой, небольшой. Ага, небольшой. У нас есть небольшие чемоданы? Ну, это легче. Это я ору всех. Да, тише. Это лучше, чем я возьму рюкзак и еще спортивную сумку. Типа нету смысла, если все могу в одно место сложить и вместе... А что, у тебя в одну спортивную сумку все, что ли, не влезет? Нет, кстати, не влезет. Потому что у меня еще есть огромная косметичка, которая она вообще даже не впихнется. На 3 дня? Ты собралась весь свой гардероб взять? Вообще-то 4. 4? По понедельник уже. А, понятно. Сегодня еще у Лизы, то есть завтра у Лизы день рождения у подружки. Да, она будет поздравлять сегодня в 12 ночи, да. Сегодня уже последний. Сегодня, ну да, скоро уже, да. Через 2 часа, да, будет поздравлять. Ну иди сюда, не уходи, Мага. Подружка в Палм-Харборе, они учились вместе в школе. Настя. У нас тоже есть? Нет, у нее день рождения. У нас вечеринка, она устроила вечеринку в Тампе для друзей. А Лиза просто, помнишь, она говорила, что мы... Ну, короче, мы Лизу не отпустили в Тампу, да. В Палм-Харбор в наш. В Майами сами повезем, да. Да, ну, в Майами ближе, хоть бы его отпустили. Она собиралась к Насте на день рождения в Палм-Харбор, а туда ехать 2,5 часа. В Палм-Харбор в августе что-то она сказала, что якобы кто-то ее отвезет в Палм-Харбор, что у нее там какой-то день рождения ее пригласили, Машу. В августе в Палм-Харбор Машу пригласили. И типа, если кто-то Машу отвезет, то я с Машей пойду. А у кого день рождения? У Егора, что ли? Узнать, я даже ее друзей не знаю, Егора, наверное, день рождения. А кто там? Только Егора? Она сказала, что на кинсинеру ее пригласили. Это вот это испанское совершеннолетие. Кинсинера. Это когда в бальном платье, там все в очень отрицали. То есть это очень большое событие у всех испаноговорящих. Да ты что? Это именно вот 16-летие, когда они празднуют то, что ребенок типа превращается в подружку. То есть там папа снимает с дочки что-то... туфельку, одевает кроссовок, что-то такое там будет. И она тут мягкую игрушку своей младшей сестре, типа детской передает. Вот какая классная традиция. Это испаноговорящие. Латиноамериканцы. У них у всех 16 лет огромное событие для их семьи. То есть у каждого, именно у девочек. У мальчиков не празднуют, а вот девочки кинсинер. А у девочек, они типа учат очень важно. Класс. Там прям вот сама именинница в платье огромном бальном, ее родители в официальном виде. То есть, что там... за именинница? Я что-то не помню у Машки таких подруг. Я не знаю, Маша сказала, что из ее middle school ее пригласили. А, из первой школы Машины. Ну, кто-то пригласил. Поэтому, если она есть там, то я пойду к Насте, там тоже не проблема. В общем, Палм-Харбор от нас никуда не денется. Похоже, мы в августе туда поедем. Друзья повсюду. Да. Везде, друзья. Мы с папой только не в курсе, что мы поедем в Палм-Харбор, да, пап? Детки выросли. Так пускай едут куда хотят, если они вырастут. Когда они уже вырастут и умотают, наконец, свалят от нас, да, пап? Да нет, я не жду этого. Да, я жду, вот, например. Я прям жду и не дождусь, когда они все свалят от нас. Где пульт? У нас, короче, Милка сожрала пульт. Я сейчас маникюр себе сделала, хоть когда у меня дети спать легли. А, Милка, короче, пульт съела. Вот эта вот кнопка выила она ее оттуда. И причем выила вместе плата, да, Вов, вот эта вот штучка внутри, в общем, железка. Мы уже и карандашом, и я мизинчик свой пихаю, в общем, никак не работает. В общем, мы теперь ничего не можем... там, в ютубчике искать. Ты закрыла дверь? Да. Молодец. В общем, мы теперь вот так можем только вниз и влево. А влево смысла нет никакого, там все равно ничего нет. В общем, только вниз. Какие коробки? А, это мы пылесос будем сдавать. Туда же, откуда взяли. Почему? Короче, мы теперь мы так паримся. Он не пылесосит, с ним ничего не случилось. Он фейковый? Да ты еще не да нет, я попробовала, Вов, он никакой. Когда я зарядил уже? Никакой вообще. А, у него ни мощности, ничего нет вообще. Да, придется, что делать? Будем сдавать, да. Так, мы будем сегодня что-нибудь еще смотреть, нет? Да, будем. Будем? А что у нас? Проблемы. А, мой любимый. Трасибан. Серьезно? Машка сдала на права. Маша, молодец. Ну что делать? Зачем ты льешь на воду? Ты пугаешь водой. Стой, Маша, держи. Держи собаку. Маша, она кусается, хватит. Держи собаку. Какой еще тупее. Маш, а ты хоть читала правила?
Я готовилась 2-3 месяца к Она так спала, я не подготавливала, поэтому она и завалила. А ты готовилась и не завалила? Я готовилась, у меня даже похожие кошки были, потому что я не то что учила какие-то термины, я проходила тесты похожие, поэтому у меня встречались похожие вопросы. Но я сдала. С первого раза. У меня есть бумажка, но я не умею ездить. И знаки ты не знаешь. А ты нужно получить сначала. Большинство знаков каких-то. Вот это убери, пожалуйста. Да, вот это убери, пожалуйста. Надо получить еще съездить. Права-то твои. Но теперь я могу официально ездить. То есть завтра со мной кто-то должен поехать за этим перелетом. Слышишь, мам? С Машей нужно поехать. Завтра мы уезжаем сразу, ребята. Да, мы не можем завтра. Нет. Не, ну мы, не, ну в принципе, смотря с какие работать, потому что мы вернемся с мамой где-то в 4. А во сколько? В принципе, можно, да, да. Нам надо съездить край фотки сделать. Вы уезжаете? Мы едем полдвенадцатого. Ну это сейчас вот мне еще напишет. А мы не можем раньше? Сколько это занимает сфоткаться? Потому что я боюсь, что они сейчас и они прилетели на 2 часа сколько раньше. Сколько занимает сфоткаться? Да 5 минут. Да ладно, мы в прошлый раз фоткались, что-то часа полтора там провели. Из-за Лавруши точно. Ну, а, да, из-за Лавруши. У нас нет Лавруши. Лавруши не надо фотографировать. Да, он без пачка. О, да, это был жест. Поехать? Нет. Ой, ты мой зайчик. На тему моей возможности мы поедем на день позже, потому что у нас в этот день... Ну, хотя я, конечно, постараюсь решить. Позже мы не можем, потому что у Лизы забронировано все. Это у Лизы забронировано, у нас забронировано. Будет удобнее, если мы поедем туда вместе, там ее оставим и потом уедем. Это прикольно очень. Потому что смысл будет, она туда поедет, там что-то потратится, и потом мы отдельно поедем. Ну, в смысле, а ее оставим? Маленький. Котов, если взять за живот, они вытягиваются, как галочка, знаешь? О, жалко. А собака прямо? Ну, коты гнутся во все стороны. И, кстати, как... Неважно, хоть ты спиной вот так вот будешь его держать и отпустишь, он всегда приземляется на лапу. Смотри. Не надо его бросать. Смотри. Не бросай. Ну, Маш, блин. Всегда на лапу. Да я знаю. Ой, вот только не про него. Он иногда еще просто падает, как мешок с картошки. Просто как будто мыльный пузырь скинули. Ой, нет, как его надувной шарик скинули. Он вообще не надо такой экспериментировать. Он не надо, он еще маленький котенок, во-первых. Он еще маленький. Иди давай ложись. Это крота, она перенесла. О, осторожно. Ты такой, иди. Конечно, Рада. Молодец, Маш. Поздравляем тебя. Рада, пирамиды, да. Молодец. Я, знаешь, я просто такая, мы что-то сидим, я такая, я хочу на пирамиду сдать. Я такая, нет. Не, ну если ты готовилась, конечно, узнала. Ты не готова, ты типа еще подожди, давай завтра, послезавтра. Я такая, ты завтра и послезавтра то же самое скажешь. Типа. А она тебе что, помогала или она что? Она рядом сидела на всякий случай. На какой это случай? На случай, если ты не знаешь ответ? Ах ты. Короче, они совместно сдали на права. Мам, ну я реально готовилась, в смысле, вы мне я знаю, что? я знаю. Нет, ты всегда готовишься, я знаю. Просто ты учишься на одни пятерки, готовишься. Допустим, $20, типа вот так вот, типа в жопу. Да, кстати, Машка хорошо закончила. Не хорошо, она отлично закончила. Какой вот, там у тебя класс? Пятерки. Сколько там тебе лет? Все эй круглый год. Да, девятый класс. Ладно. Да, все эйки у нее. О, а кстати, этого недоросля мне позовите, я хочу на его оценки посмотреть. Типа переросль. Иди сюда. Тише, мне детей сейчас разбудите, не орите. Это будет интересно. Не самому интересно. Злыдня, иди спи. Да, Машка молодец. Молодец прям. Так глядишь до золотого момента. Ты глядишь еще и будешь в этих белых шарфиках на градуэйшене. Да, я надеюсь. В отличниках. Надеюсь, хоть кто-то на первых рядах сидит. Кем-то мы сможем гордиться в этой жизни. Из 5-ти, ну кто-то же должен. В люди выбиться. Да. Давай, Машка, будешь с красивыми белыми шарфиками градуироваться.
Перерезали точно нет. Ну чего ты так? Мне кажется, он просто ушел, закрылся в комнате. И плачет в компьютер. Да, я заранее знаю, что там все плохо. Да он наверняка знает все оценки, если бы там было все хорошо, он бы уже давно похвастался уже. Его любимый лэнгвич. Си 100%. В лучшем случае. Ой, Лёва. Причем у него первый аккорд нормальный, и последний он как бы, ну, в принципе, дотянул. А вот эти два промежуточных у него там косяк большой есть один. Какой? У него там F-ка стоит в одном, поэтому у него без мазы. Ну, даже ну если мазы. Получить F, то потом фиг исправишь. Ну, вот не надо вот сейчас вот это вот меня. Пускай одна F-ка настолько все испортит, что ну, потом да, уже вообще... Никто не смотрит. Ну, понятно, пока middle, да, но и в high и будет так же. Дело в том, что он-то не делает. Тьма я да что ж это такое, а? Да что ж это такое? Как ты шутишь, наглая рожа, вообще не могу. Ой, красивый такой вообще, рожа, прям. Наглая рожа, а? Такой бандит. Он шоколадная крошка спит. Такой красивый кот, вообще не могу, прям. Бандит, скорее всего. Кулачками весь оброс еще. Кутерявенький такой стал. И так ты красавчиком мне возле кулачками. Красавчик. После его оспы перенес. Что ты несешь, блин, оспы? Замучил. Какой-то кулачками весь. Он обрастает, он скоро будет весь ровненький, кутерявенький. Скоро это не наступит никогда. Ну где там у нас Левчик, что там, затирает оценки? С помощью программы, что. А мы когда-то затирали оценки. Сейчас ты не затрешь. Машка, иди спи уже. Не монтируй видос. Ну, монтируй, иди. Дождалась. 12 час уже она монтировать собралась. У тебя компьютер уже часа 4 у тебя на руках. Ты все никак не смонтируешь. Мама успела сделать видос. Замонтировать, выложить. Ладно, давай, иди ложись. Монтируй. Попробуй. Тихонечко постучи к Лёвику. По-моему, он забыл, что я попросил. Ладно, пожалейте сыночку завтра. Завтра поможет. Либо сейчас эту ношу принесли, либо завтра. Какая разница? Отложить на завтра. Неизбежное. Давай, Споки.